типа розария. Место, где сажают разные сорта роз, называется розарий. Существует два основных стиля розария, которые являются основой сада роз. Первый стиль – это регулярный. Его еще называют французский сад. Правильные, ровные, геометрическими формами круга, прямоугольника, ромба. Розы высажены в нем в групповых посадках. Вдоль ровных дорожек, вдоль заборов, бордюрах, рамках, с обязательным газоном, фонтаном, скульптурой. Этот стиль пропорциональности, симметрии, строгости и красоты. Такой стиль присущ большим статусным домам с большими участками. Второй стиль – это природный или английский. Розы высажены посреди деревьев, газона, посреди кустарников. Создается впечатление свободного, произвольного произрастания роз. В нем есть беседка, ручей, пруд, камни, мостик, альпийские горки. Все это сочетается с многолетниками и другими цветами, даже розовыми. Кусты можжевельника в нем обязательно присутствуют. Это природная гармония с плавными, загнутыми линиями ландшафтного дизайна. Этот стиль подходит к деревенским домам, к дачам, к садовым участкам.